родители, веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Кто меня звал? Я здесь. Ух ты! Тебе чего? Поцелуй меня, Ваня, а я красавице-царевной обращусь. Чего? Буду тебя любить, кормить, уроки за тебя делать. Поцелуй, Ваня, не пожалеешь. Ой. Ну же, Ваня, смелее. Нет, Ваня. Так не пойдет. Ты поцелуй меня с любовью. Ну как? Уже лучше. Но попробуй еще разок. Поцелуй меня по-настоящему. Хватит, Ваня. А теперь отпусти меня и ступай домой. Придешь, а я там тебя поджидаю, алгебру делаю. До свидания, Ваня. Это же Ваня. Будешь знать, как с Катькой целоваться. А чего он целоваться лезет? Машенька, ну послушай, если мальчик целует девочку, это значит, он так проявляет к ней свою симпатию. Знаете, как это неприятно! Да тебе-то что? Петров, молчи. Маша, ну не надо это так принимать все близко к сердцу. Все мужчины проявляют свою симпатию по-разному. Но ведь это так приятно осознавать, что ты кому-то нравишься. А зачем целовать? Это противно! Так, ты чего она ко мне пристала? Молчи! Послушай, ты, между прочим, как мужчина, должен осознавать всю ответственность, должен понимать, когда можно сделать следующий шаг, а когда нельзя. Я тебе этого не прощу! Ну, спокойно, спокойно, ну, не надо делать из этого трагедию. Ну, поцеловал он тебя, ну и что? Это отвратительно! Я его ненавижу! Да тебе-то что?
Я вообще тебя не целовал! Я целовал Ёлкину! Вот именно! Не меня, а Ёлкину! Ай! Поцелую. Замойскую? А что такого? Так ведь она же отличница. Все равно поцелую. Перемена. Ты куда это, Иванов? А кто Замойскую целовать будет? Так она же дежурная. Ну и что? Что, испугался? Ничего я не испугался. Струсил. Ты что? Тебе не стыдно, Иванов? В твоем-то возрасте. Что же это получается? Двойки-тройки хватать, это мы умеем. А как целовать, так только отличниц. Ты все понял, Иванов? Да. Что ты понял? Я никогда в жизни больше никого не поцелую. У меня есть предложение. Пусть Иванов покается. Правильное предложение. Пусть Иванов извинится. Извини, Замойская. Я нечаянно. Не подведи! Паша! 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 Коля, не посрами! Аня,
Тебе, ма. Трубачева! Ну кто тебя просил? Королик. Туз. А вот и тузик. Чем пойти, чем пойти? На что играете? На деньги? 30. Ой, иди отсюда. Иди. Еще одна. Бью. А мы тебе валет. Тоже бью. А еще? Беру. Мухлёж! Даш, он две карты в отбой подсунул. Я сама видела. Мухлюет. Игорь, это правда? Как ты мог? Да ничего не подсунул. Чего ты её слушаешь? Сказал, иди отсюда. Десяточка. Туз. Отбито. Ходи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ты мне должна. Раз, два, три, 10. Ты мне должна 10. 10 чего? 1000? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Даша, он же мухлюет. 13. Ой, иди отсюда. 14. Серега, первого. Тася, Тася! Слышишь, Тась, а Серега и Ленка как? Вот Серега дал-то, целовались. Малявки! А вы слышали? Серега с Ленкой! Да кто он этот, Серега? Ну?